Всем большой привет! Вы на канале «Что приготовить?» и с вами я, Виктория. И да, как вы уже догадались, скоро Хэллоуин, и сегодня я буду готовить шоколадные кексы. А в конце видео я вам покажу, как сделать шляпки-ведьмочки для наших кексов. Их вы сможете сделать, например, с вашими детьми. Им это занятие очень понравится. Для начала приготовим крем. Для крема нам понадобится сливки, шоколад 200 грамм и маскарпоне или сливочный сыр 5 столовых ложек. На маленьком огне подогреваем сливки с шоколадом до однородного состояния. Добавляем несколько ложек маскарпоне, хорошо перемешиваем, накрываем пленкой в контакт, остужаем и отправляем в холодильник. Затем делаем тесто для кексов. Для этого нам понадобится яйцо, сахар, мука, молоко, растительное масло без запаха. Также вы можете его заменить сливочным маслом, какао, вода, сода, разрыхлитель и щепотка соли. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты. Просеиваем через сито какао и муку. Хорошо замешиваем. Затем добавляем яйцо, молоко и масло и хорошо перемешиваем миксером в течение 2 минут. После добавляем 80 мл кипятка и осторожно перемешиваем миксером. Разливаем тесто в формочки. У меня формочки силиконовые, поэтому я их ничем не смазываю. И отправляем в духовку на 20 минут на 180 градусов. Проверяем готовность кончиком ножа. Он должен выйти сухим. Затем остужаем наши кексы и выкладываем на блюдо. Выкладываем кексы в бумажные формочки. Достаем заранее подготовленный крем из холодильника и взбиваем миксером несколько минут. Он должен получиться примерно вот такой консистенции. Перекладываем его в кондитерский мешок и наполняем кексы сверху кремом. Вот таким образом круговыми движениями наполняем кексы. В принципе, это очень легко и получится даже у любого новичка. В общей сложности у меня получилось 10 кексов, и их уже можно есть даже в таком виде без дальнейших украшений. Но если вы хотите украсить, то я вам расскажу, как это сделать очень легко и просто. Кексы получились очень сочные, красивые, с очень приятным шоколадным вкусом. Для приготовления шляпок для ведьмочек нам понадобится сахарная пудра, мастика 2-3 цветов по вашему усмотрению и скалка для раскатки. Делаем такие, как колбаски, и разделяем их на 10 равных частей. Две колбаски по 10 частей. Из одной части скатываем такие, как конусы, а из другой части скатываем такие, как шарики, которые мы потом расплющим, чтобы получился такой кружочек. Вот таким образом. Это очень легко, и даже ребенок справится. И делаем вот такой, расплющиваем кружочек между собой. Их можно склеить водой, добавить капельку воды. При желании можно сделать такую кайму и маленькую брошку в виде маленького шарика. Вот таким образом. Так
Так проделываем все с остальными шляпками. Делайте то количество, которое вам необходимо. Можете сделать 10 на все кексы, а также вы можете сделать несколько, 5 штучек, например. И затем вставляем зубочистку в шляпку и сверху вставляем в кекс. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю веселого Хэллоуина и до новых встреч!